нам, какие занятия вы проводите с ребятами военно-патриотической секции? Ну, основное наше направление – это духовно-нравственное военно-патриотическое воспитание. Вот, сюда уже включается и конная подготовка, и стрельба из духовых трубок, с винтовок. Также они изучают основы борьбы, рукопашного боя, ну, ударной техники. Все начинается с того, что они поднимают свой физический уровень. На турниках отжимаются, подтягиваются, учатся бегать. Вот, элементарные игры, наши русские традиционные игры, они тоже играют. Ребят, вам нравится в военно-патриотическом секции? Да. А что вы делаете здесь? Чем вы занимаетесь? На конях скачем. На конях скачем? На конях скачем, стреляем из винтовок, из духовых трубок. Ребята, вам нравится в военно-патриотической секции? Очень, да.